Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу рассказать вам вот о таком креме. Вообще, когда входишь, ну, прежде всего, в 7-Eleven, потому что это наиболее часто встречающиеся магазины Таиланда, продуктовые и имеющие некоторую часть косметических продуктов, ну, другие какие-то лечебные препараты, обращаешь внимание на масочки с томатом. Они очень востребованы, пользуются огромной популярностью. А в данном случае это крем. Дневной и ночной кремы для лица с экстрактом томата. Компания Below выпускает этот крем. Здесь два, только не тюбика, а две баночки. Здесь вот они пополам разделены. И две баночки находятся объемом по 15 мл каждая. Один дневной, другой ночной. Омолаживает кожу лица, делает ее мягкой и подтянутой, стимулирует процесс восстановления ороговевших клеток и притока крови, защищает кожу от ультрафиолетовых лучей и СВЧ-лучей, а также от вредного воздействия окружающей среды. Дневной крем разработан для питания кожи, делает ее сияющей и наполняет витаминами. Вы можете использовать этот крем как основу под макияж, имеет защиту от солнца SPF 30, о чем здесь заявлено, есть эта информация. Защищает кожу от повреждения солнечными лучами, предотвращает фотостарение кожи, появление пигментных пятен на лице. Крем регулирует жирность кожи, устраняет жирный блеск и капельки пота, на протяжении половины суток гарантирует коже матовость и шелковистость. Действует как закрепитель для макияжа, который можно также наносить под тональную основу, чтобы она не потекла. Ровным слоем ложится на кожу, не забивает поры и позволяет клеткам дышать. Он не приводит к появлению черных точек и к аллергическим реакциям, не дает склонности кожи. Подойдет для абсолютно любого типа кожи. Ночной крем. Если дневной питательный, то ночной создан для увлажнения кожи. Крем наполняет кожу лица живительной влагой, делает ее гладкой и подтянутой, стимулирует процесс восстановления ороговевших клеток и притока крови к коже лица. Имеет в составе натуральные витамины и микроэлементы, которыми насыщает кожу, закрывает раскрытые поры и скрывает мимические морщины. Крем активно адсорбирует кожу, очищает ее от загрязнений, угрей и высыпаний, регулирует водно-кислотный баланс, борется с размножением бактерий и улучшает обмен веществ. Активные ингредиенты, которые входят в состав этого крема, следующие. Это экстракт томата. Он является источником витаминов, микроэлементов и различных полезных веществ, например, ликопина. Косметика с добавлением спелых помидоров – простой и приятный способ быстро восстановить кожу после стрессов, устранить пигментные пятна, мягко осветлив общий тон, избавиться от морщин, дряблости и акне. Нормализовать обменные процессы, нейтрализовать вред, наносимый ультрафиолетовыми лучами и свободными радикалами. Следующая составляющая – это коллаген, который питает кожу, помогает укрепить кожный покров и уменьшить морщины, выравнивает рельеф и нормализует водный баланс кожи. Гиалуроновая кислота, которая также входит в состав данных кремов, увлажняет кожу, предотвращает высыхание кожи и сохраняет кожу мягкой и эластичной. Также одним из многочисленных, или вернее весомых таких компонентов этого крема является алоэ. Помогает разглаживать морщины, делает кожу более молодой и здоровой. Экстракт алоэ является богатым источником витамина Е, одного из важнейших веществ для здоровья кожи. Способ применения, как всегда, прост. Наносится крем каждый день утром, вечером на чистую сухую кожу лица. Нежными движениями массируется до полного впитывания. Впитывается очень быстро. Эффект имеет очень хороший. Эта косметика очень любима тайками. Кроме этого, активно закупают ее в Корее. Так что крем очень и очень хороший. Рекомендую попробовать обладательницам любого типа кожи, вы абсолютно не пожалеете. Ну а на этом я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.